самые крупные. Вот они в него стояли, но он то стоял в коллекции, я вот это стоял в коллекции, это лучший камень стоит добыть. Это середина 90-х. Ну что-то потом я там еще раз работал. Эти камни я сам добывал, тот забрал у автора Яна. Что он назвал Федькиным. Он Федькиным. Да, то есть в честь Федора Лежнина животные. Они там своим работают. Фед, я не знал. А этот Лежнин. Есть и поярче, у нас такой не очень яркий камень. Очень, не знаю, вот это-то сейчас добывает, потому что карьер-бор работает активно. А что у него такое то самое? Сварить, наверное? А? Сверху, это что такое? Сверкает. Это... Нет, это халцедон, я думаю. Там получается как? Я думаю, что кристалл кварца, потом какая-то очень странная белая прослойка, этого никто не красил, это именно вот что-то природное. А сверху идет халцедоновая корочка, и она легко отлетает достаточно, вот поэтому там с некоторых кристаллов отлетело. Да, видно, что в пути. Да-да-да. Вот. Это сейчас идет много, карьер-бор завалил все Дальнегорское, все завалено. А вот, допустим, ну что-то отдаленный аналог, вот эти два, шахта капитальная, это наш Шневогорск, тут рядом совсем. Тоже примерно, ну помельче кристаллики, но тоже аметист, он в хлорите. Там вот больше с хлоритом забито, здесь вот тот поменьше. Ну и там что, мыс корабль, тоже там через третьи руки мне подарили товарищи. Вот эти вот камни Дашкисан, два кристалла вытянутых, там этот. Это отец добыл, 84-й год он успел съездить, до развала страны там. Привез, Волга сидела на задних мостах, вот так вот, с кривого. Вот сколько материала привез с Кавказа. Здесь вот Адуй. Ну, то есть, в принципе, из 31 месторождения, из них 16 – это Урал. И большая часть еще Адуй. Значит, вот здесь стоит 4 копии – это Адуй по центру. Это дал на выставку Александр Маковецкий. Это его три камня, центральные вот эти два. Вот, Копельинка. С разрешения заказника работает, а это центр заказника. Я там тоже работал, у нас вот есть скопи «Красный партизан», камень практически бесцветный, но он расподдерна. То есть «Красный партизан» отработал в начале там, 20 века до очень больших глубин, но там много всяких оперяющих живот, везде ездит это. Есть вот такой вот небольшой камень копий. То есть маленький Марион, а сверху такая вот аметистовая голова. Это в болоте в Тоборском есть остров. На этом острове есть копия Калмариновая, там вот товарищи. Вот гороховое поле есть. Гороховое поле сегодня принес, он этикетка рукописная. Значит, на первом этаже там одного товарища забрал, который сам копал. Он говорит, надо? Я говорю, конечно, надо. Он добавил. Я там не был, не работал. Вот на гороховом поле метист более такой густой. Ну, вот он говорит, что это гороховое поле. От бесцветного до чернильного. Поэтому... Я студентов туда водил, значит, и попались такие аметисты, а мне нифига. В национальном парке тоже все запрещено. Это же старый материал. Это вот тоже дали на выставку, это вот мой образец от отцовского сбора. Здесь еще с Северного Урала вот эти три. Аметистовая карьера, это за Северуальском, за Карпинском. Как обычно. Делали дорогу, придорожный карьер, подцепили живу с аметистом. Вот. Но мой скромный я вот этот нашел. А этот товарищ, который нас туда привез, он там много раз работал, вот у него вот такие шикарные камни. Из
того, что я сам нашел, уже ближе к нам, вот здесь вот, ну, небольшой камень, бледный, но прозрачный. Метистовый почва деревни Полдневой. Район деревни Полдневой на картине работал не столько лет 100, потому что она в начале 20 века уже была заброшена. Я ее 5 лет искал, нашел, это сопало. Один камень еще нашел обломочек, огранил, помню, такой приличный. Ну, светлые, но, наверное, там и темные были, раз это украл за камень. Ну, это разъемность. Внизу Казахстан, во всей красе. Щетки с Сарышагана, все щетки с Соколовско-Сарбайского, живут оттуда, и вот тут, соответственно, классические с Сарышагана. Так, а вот это что за камни? Еще не все камни знаю, откуда. Все не стало. Вот сюда вот приполированный сзади камушек. Очень густой цвет. Думаю, что ватер очень много. И галечка тоже. Галечка вся пронизана иголками гематита. Классика, это Тальян Батика, 40-го. Все, наш знаменитый кофе. Я бы, честно говоря, Ты едешь через Березовский, через деревню Сарапулку на двоярку. Да. Это 110-й столб? Ну, не помню точно столб. Да? То есть эти камни добыты, когда мне было 5 лет. Вот я по задней стороне, 74-й год. Ну, у 110-го столба эти самые красивые, мне кажется, были. Ну, вот так, три образца по задней линии, три камня Сарапулки. Здесь ватиха, которая не нуждается в представлениях особо. Допустим, там вот бледненькие камушки слева, от Тальяна, до туда несколько километров, это копии грузинские, мы там вот работаем, честно скажу, работаем 8 лет, толку нет, шурф креплённый там 9-метровый, пока бесполезно, вот самое лучшее, что есть, хотя вот рядом должно быть. Ну, давайте, что говорить. Крупнейшие месторождения законсервированные, там читал документацию, 3 или 4 тонны кондиционного ювелирного камня, ну то есть категория запасов S1, как она называется, поверхность, максимальная категория запасов, ограниченного материала, 3-4 тонны, то есть на самом деле там камня, наверное, 50 тонн, коллекционного там и так далее, обошенного. Все, значит, жора отработано. А колю законсервировали, средство власть кончилось, и все. Жор, конечно, мы все отработали. У нас встреча не работала. Ну, страна развалилась, все закончилось. Ну, может, когда еще работала она, народ подтащил варежками. Вообще черно-фиолетовый камень. Бразилию поставил, мне не хватило российского материала на 9 солод. Поэтому, ну, я бы все равно красивые там. Бурятия, они все скелетные, так или иначе, зонального роста, зональной окраски, скелетного роста, еще и во многих камнях иголка гематита. То есть просто фантастически. Thank you.
тут Дальний Восток получается, да, то есть это Бурятия, также Кидон, Алдан, Чукотка. Перемешку дымчатая, дымари, зональные все, дымари и цитрин. В нем бесцветный кварц, а сверху вот аметистовая голова. Вот один такой пиленый там, ну и с кипятком. Все это дует от Крутихи на восток, в сторону Рифта. Этот район как бы активно работали. Спасибо.